Так, ну что, поменял картофель. У нас на Колыме. Еще нужно его написать. Будете у нас на Колыме, милости просим. Не знаю, как разговаривать. Нет, лучше вот там. Счастливо. Я куда что? Чтобы не потерять, как говорится. Пока ничего похожего. На постоялый двор для дальнобойщиков. Можно дальше
ничего не вижу. Подсказать Яндекс.Навигатор не может. Значит, поселок другой. Отвык от магистрали. Должна быть стоять. Не вной режим. Режим записи. Thank you.
Сказали гостиница Пиан. Сейчас будем искать родник. Все останавливаются, набирают воду, но я не исключение. Так. Сюда. Поехали. Показывает 44 километра. И там говорит дальнобойщик, что можно и постираться, и на фоне океана заснять. Так, проверю, какая машина, блин. Просто сзади, когда я ходил за водой, останавливались ребята, посмотрели машину и уехали. Увидели меня, что иду, ни слова не сказали, уехали. Дальнобойщик говорит, так как раньше было, стоянка для дальнобойщиков, там и баня, и сауна, и прачечная, и столовая, все, что хочешь. Сейчас, говорит, уже нет. Вот то, что он порекомендовал,
Это гостиница «Океан». Там можно все эти вопросы решить. Магадану. Ну все, великолепно, ну все. Ну сделайте калмут, раз, ё-моё. И будет всем счастье.
Так, температура на улице 9 градусов. Thank you.
вибрация какая-то идет. Правильно, правильно. Но он далеко был. Ну, вот я иду около 80. Да-да, где же олень, где Стелла?
Ё-моё.
Магадане я впервые в жизни. Ни разу здесь не был. Манеру вождения вы видите. Вот он, океан. Знаю. Так, дай прийти в себя. Включаю двигатель. Вот это пусть работает.
Я думаю, наверное, выключу.